два, один. Итак. Кролик. Друзья, мы вам расскажем небылицу, что в памяти своей хранит народ. Как в древности кузнец летал в столицу, верхом на черте, в ночь на Новый год. Ту сказку написал великий Гоголь в Диканьке накануне Рождества. И мы здесь собрались сегодня, чтобы наполнить праздник силой волшебства. Мы действующих лиц представим вкратце: Солоху, мать Вакула кузнеца, а также, чтобы легче разобраться, Оксану и Чуба, ее отца. Всех остальных узнаете по ходу той сказки, что случится здесь сейчас. На сцене будет множество народу, но в добрый путь уже идет рассказ. Вакула, ты глянь, яка дівча. Та це ж Оксана. А як вона на тебе дивиться? Та вона... Дивись, Оксана, Вакула з тебе очей не зводить. А хлопці які, справжні козаки. Ну то і що? Та навіщо ти їй здався? І багатого треба. Оксана, та вона мене любить. От зараз підійду до неї, і вона мене поцілує. А якщо не поцілує? Тоді шапку віддаси. У меня есть дополнительная вот эта вот. Из чего это людям вздумалось расслаблять, что я хороша? Врут они все. Нисколько я не хороша. Вот что они хорошего нашли вот хотя бы в моих глазах? И брови могли бы изгибаться ровнее, и щеки могли бы быть румянее. А разве хороши мои косы? Нет, я совсем не хороша. Теперь я это вижу. Хотя, если подумать, нет, хороша я. Чудо, как хороша. Какую радость я принесу тому, кому буду женою? Как мой муж будет мной любоваться? Да-да, парни, которые за мной ходят, разве они не достойны меня? А чого це Вакула такий сумний? Що сталося? От я... Ой, бачила, все, кума, тобі зараз розкажу. Та ти що? Та що ж це буде? А він? А вона? Он лишенько. От я недавно у журналі читала, любов то є страшна сила. Праздник, что ли? Рождество наступает, веселье кругом. Так, надо что-то с этим делать. Можно звездочки собрать? Нет, дело хлопотливое. Суета. Месяц я попробую своровать. Спрячу его. Вот. Красота. Ну и черт.